Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре микроколебалка от фирмы Luremax, называется она Daphna. Поставляется в очень яркой красочной упаковке. Упаковки у Luremax всегда в такой яркой интересной расцветке. Мне кажется, это очень привлекательно, особенно для рыболовных товаров. На лицевой стороне есть развесовка данной блесны. Выпускается она в одном размере 30 мм и в одном весе 3 грамма. И для микроколебалки, как по мне, такая уже довольно-таки тяжелая блесна. Крючок одинарный, которым оснащена колебалка от фирмы Saikyo. На обратной стороне мы видим информацию. Оригинальный профиль блесны обеспечивает стабильную работу приманки. Предназначена для ловли радужной форели, кумжи, головля, окуня, изя и жереха. Ну да, изначально, в принципе, микроколебалочки, конечно же, это основная приманка для ловли арийной форели. Но рыболовы приспособили их для ловли головля, и с чем эти колебалки очень и очень удачно справляются. Взял я вот в такой вот, как по мне, очень классной расцветке, сделанной под осу, под пчелу. Такая контрастная, матовая, желтая блесна, и на ней черные полоски. С обратной стороны она желтая и имеет небольшие такие черные точки. Но именно лицевая сторона, как по мне, очень и очень привлекательная. Будет заметна в прозрачной воде вообще издалека, а по мутной воде ее отлично будет тоже, я думаю, видно. Оснащается двумя заводными колечками из невероятной какой-то тоненькой проволоки. Мне кажется, я первый раз встречаю такие заводные колечки. Я даже не очень уверен в их надежности. Проволока здесь использована, ну, наитончайшая, я бы сказал. Поэтому верхнее это заводное кольцо точно следует снять, а нижнее на ваше усмотрение. Колечки тоненькие. Крючок от Saikyo без бороды. Имеет широкое ушко и шикарную заточку. Но, в принципе, фурнитуры, не фурнитура, а крючок здесь классный, но заводные колечки все же чудненькие. По цветам, цветовых вариантов, ну, просто какое-то невероятное множество, их более 30. То есть даже перечислять примерные вариации расцветок нет смысла. Это в данном случае блесна с обоих сторон покрашена в желтый цвет, но в большинстве случаев и внутренние, и наружная часть у блесен разные, и бывают и внутри рисунки, и снаружи. Ну, то есть вариантов великое множество. Обязательно подберете свою любимую расцветку, и она обязательно там будет. Что хочу сказать, что много вариантов синего цвета использовано в расцветках. И обратите внимание на 132-ю расцветку, она тоже очень интересная и классная, но у меня есть другая моделька просто от Luremax. В данной расцветке я бы обязательно приобрел еще раз 132-ю, такую очень интересную блесну. Как я уже сказал, микроколебалка 3-граммовая, довольно-таки тяжелая, имеет такой интересный изгиб, такое сильное лобовое сопротивление, как заявляет производитель, и должна создавать много шума, много возмущений и тем самым привлекать хищника. В основном планирую ее по головлику, по микроречкам, и подойдет она у меня для таких дальних забросов или где нужно пробить какие-нибудь ямки, так как 3-граммовый блесной это сделать гораздо проще, чем какой-нибудь граммовый или полтора. Так сказать, это из микроколебалок будет у меня тяжелая артиллерия. Ну а в основном хочу сказать, что блесенка очень даже достойная, поэтому обратите свое внимание. Ну а на этом обзор блесны Luremax Daphna подошло к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!